محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Значит, у нас продолжение первого этапа послания к Аллаху, саллиллаху алейхи ва саллям, в Мекке. Это дава сиррия, скрытый дават, то есть это один из периодов в Мекке, который был. И мекканский вообще период, он отличается от мединского, то что в мекканском больше акцент идет на дава. То, что в мекканском есть залаживание основы перед сложностями. И значит, у нас, как на том уроке мы говорили о дава, и сегодня будем говорить. И большинство это мы будем замечать во всем этом периоде мекканском. И здесь, братья, надо учитывать или знать, как Всевышний Аллах в Коране сказал: «Афля тадаббуруна аль-Коран». Неужели они не размышляют над Кораном? Ам аля кулубихим аквалюха. Или в их сердцах замки. Значит, у кафиров, у людей, которые не знают истину, Всевышний Аллах сравнивает то, что в их сердцах замок. И теперь очень важно, когда мы говорим вопросов дава, найти вот этот ключ, найти правильный ключ, который мы сможем потом его использовать, которую мы потом сможем использовать этот ключ, чтобы открыть их сердца. И когда мы большинство говорим, акцент сильно идет на теорию, как мы заметим. Но большинство людей или те люди, которые ведут практику в даавате, они это сами ощущают, и им эта теория практически бывает не нужна. Они ощущают, они идут днем и ночью, сталкиваются и исправляются там, где если бывали ошибки. На том уроке мы затрагивали Абу Бакра. То, что кого привел Абу Бакр в ислам? Если мы посмотрим, половина из тех имен, которые были при жизни, обрадованы раем. То есть Абу Бакр в первые же дни на шат, такой настрой у него был, что столько людей, таких больших людей привел в первые же дни. И у него были эти ключи, которые мог использовать, открыв сердца этим людям. И он привел, как мы еще подметили, то, что он привел больших людей. И посмотрим, если он такой шаг сделал, кем он был? То есть, что у него такое было, что он смог сделать, то, что сделал. Первое, как уляма упоминает, у него был хороший нрав. И второе, как всегда уляма подчеркивает, он работал торговлей и был очень праведным. Вот эти две вещи, вроде бы ничего особого, но если человек эти две вещи использует в жизни, это является одним из действительно крепких ключей, которые может открыть сердца людей. И сегодня каждый вот видит, не нужно рассказывать, каждый рассказывает постоянно, что у него бывает, когда он в бизнесе работает с братом. Даже многие говорят, с кафиром работаешь намного как бы безопаснее или спокойнее, но раз бываешь, чем с мусульманином. То есть неприятно, да? Ну, реальность рассказывает. С кафиром начинаю работать, тот вроде бы справедливый. С мусульманом начинаю работать, ну, обманывает. И, грубо говоря, уже кидает. А? Это одно, то, что оно в реальности есть. Это мы слышим, в практике видим. И это отталкивает, братья. Это очень сильно отталкивает. Поэтому Абу Бакр, он действительно смог приблизиться к ним, имея эти хорошие качества. Значит, мы здесь подчеркиваем вначале, то, что все, что мы будем дальше говорить, это очень сильно связано с тем, что мы должны открыть сердца людям. Мы должны показать эту истину, и мы должны постоянно использовать эти ключи. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, вот это первое время, вот первый период дава сиррия, вот этот скрипт дават, который шел, мы если посмотрим Мекка, там было много племен, может за 10 племен и выше. И когда мы посмотрим, каждая личность, которая приняла ислам, она представляла какое-то племя. Зачем?
И на самом деле, когда с каждого племя есть один человек, который принял ислам, то значит большая вероятность, что с этого народа поддержка будет. То есть каждая, значит, семью зашло ислам, и там большая вероятность поддержки. То есть родственники своих поддерживают. Значит, большой акцент получался был на племена тоже. Не только вот, скажем, вот Дагестан это просто картинка вот Мекки. Потому что в Мекке были племена, в Дагестане разные нации. Вот в городе живут много наций. И если ты будешь акцент делать только на одну нацию, ты с одной стороны будешь шариату противоречить, а с другой стороны, как бы меньше результата будет. Дава должен быть не на одну нацию, а на все нации. Как это и было в Мекке. Оттуда, конечно, будет польза, а это, как я сказал, поддержка. И как это мы увидим, поддержку, то, что было посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И в этой мархале, в этом сложном этапе дава, дава сирия, тогда нужно сделать скрытый дават. Очень сложно. Нужно шагать, но очень сложно. И нельзя сидеть. Нужно здравый шаг делать. То есть, действительно сделать шаг тот, который даст результат. Не просто идти на таран. Идем и все. Безразлично все. Однако смотрим, посланник Аллаха Сарасам все это учитывал. Нужно действовать. И смотрите, в такой сложный день, такие сложные дни, он выбирает место для собрания. То есть это сложно. Он должен выбрать, найти место, где сейчас они будут собираться. Даруль Аркам. Дом Аркама. Что за это дом? Зачем этот дом? Этот дом для того, чтобы посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, собирался с сахабами, и он их там учил. Зачем в доме учить? Потому что притесняли кафиры. То есть настолько был ислам, нужно было скрыто его нести. Нужно место. В Мекке это место был дом Аркама. В Медине это был мечеть в первую очередь. Как и в первую очередь в Мекке дом Аркама. В Медине это была мечеть, и это открыто. В Мекке это дом, и это закрыто. И обратим внимание, никто из кафиров за весь период Мекки не узнал за этот дом. Насколько мусульмане действовали грамотно. И непосредственно посланник Аллаха Сарасам учил в этом доме, как им действовать. Чтоб ни один кафир не знал об этом. Давайте посмотрим, почему был выбран дом Аркама. То есть посланник Аллаха Сарасам учит нас. Почему он выбрал не дом Усмана, не дом Абу Бакра, не свой дом, а дом Аркама. Зачем? И улема говорят, если посмотреть внимательно, в первую очередь, дом Аркама был выбран, потому что он находился в окраине города. Он не находился в центре, там, где все люди. В окраине. Это важно было. И не просто он в окраине, он находился рядом с центром, их центром собраний Дарун-Надва. Там, где они собирались, он прямо перед ними сделал. Но кафир никогда не будет думать, вот здесь то место сборища, там, где кафиры собираются, против мусульман что-то думают, и прямо перед носом берет, ставит свое. То есть мусульмане думают против других. В голову не придет человеку, что рядом с ними находится противоположный дом, который другим афкарам и диням. И она была, действительно подходила. Смотрите еще что. Сам Аркам, он непосредственно был 16-летний юноша. Каким этим мушрикам, 40-50-летним, в голову будет приходить вообще думать о этих молодых? Да никому в голову не придет, давай будем молодых проверять, что там, как у них там. На молодых не обращает внимания. Обычно смотрят на взрослых. И посланник Аллаха выбрал его, потому что он молодой, чтобы не обратили внимания. И больше сам Аркам был из племени стороны Абу-Лахаба. То есть Абу-Лахаб главный тот, который не любил посланника Аллаха. Дядя не любит племянника. Не то, что не любит. Это мягко сказано.
И никогда не подумает человек, тот, который враждует с кем-то, что среди него, оказывается, будет тот, который будет, наоборот, помогать другой стороне. И посланник Аллаха специально выбирает, стоит, наоборот, стороны, не своей стороны. Если он своей стороны выберет, то там большая вероятность, что с его стороны кто-то там будет его поддерживать. Однако он выбирает ход, другим ходом идет, а берет того, который с его стороны и большее. Аркам только принял ислам, и никто об этом не знает. Это самый сильный шаг. Тот человек, который пришел в ислам, и все за эту личность знают, у него много проблем. А этот человек только принял ислам. А что за ним ходить? Зачем ходить? А что, он в исламе, что ли? Вот так и будет. То есть мы видим, посланник Аллаха, салям, не просто так выбрал этот шаг, не просто так сделал. Он все эти стороны учитывал. Зачем эти все стороны учитывать? Зачем это все делать? Мы как сказали, дава должна быть результативная. Дава не должна ограничиваться на сегодняшний день. Дава смотрит и на завтра, чтобы она шло, продвигалась. Это очень сложно. Как организм нуждается в еде, как растение нуждается в воде, точно так же люди нуждаются в этом давате. Как ты преподнесешь ислам? Вот опять же, о этих ключах. Вроде бы, вот человек, когда ест еду, перед ним хлеб. Вот этот хлеб человеку можно есть. Но если людям нельзя ее есть, если он поедит, он сразу его в больницу заберут. Больной язвой или еще что-то. То есть вроде бы еда съедобная, можно есть ее. Но каким-то людям нельзя ее есть. То есть здесь что я хочу сказать? Что вот это дава, то слово ты, которое говоришь, она всегда одинаково не будет. Она всегда одинаково не будет. Есть человек, например, тот человек, который долго жил в коммунизме, у него много заложено идеи, много заложено куфра, а человек жил в селе, молодой 15-20-летний юноша, ему никто ничего не заложил. Чисто то фитра, то, что заложил Всевышний Аллах, у него оно есть просто забытое. Просто прийти напомнить о Аллахе Всевышнем, он сразу его примет. А этому человеку, который 20, 30, 40 лет, 50 лет жил, у него столько ему заложили, ему так ты не поставишь легко. Ты вначале должен эту грязь очистить. Ты пришел с ним разговариваешь, он об одном, о втором, 100 вопросов задает. Ты должен очищать. Как и эту язву ты должен очищать? То есть эта дава, она нуждается вот в этом подходе, в средствах. Вот это еда. И кому ты ставишь эту еду? Что за эта личность? Мы должны смотреть на личность. Категории людей, они бывают разные. Богатые, бедные. Гордые, простые. Ты подходишь с человеком, с каждым одинаково разговариваешь, не всегда результат будет. Мы говорим о вещах, чтобы мы могли принести результат. Поэтому не смысл сделать дава, а смысл правильный тот дават, который принесет пользу. И мы это увидим. Это мы увидим сегодня. Значит, нужен в действительности просто время и подход. Также очень большую роль играет в этом давате, а это что ты будешь делать после того, как ты дал эту ему пищу, как ты донес до него тавхид, как ты донес до него слово Аллаха, приказ, что дальше? Донес до него и забыл его. Или ты донес до него и будешь каждый раз смотреть, как ты намаз сделал, не сделал, вопросы, чем помочь, чем поддержать. Или ты его выбрасываешь, я донес и убежал от него. Нет. Поэтому каждый человек, который занимается даватом, эти стороны должен учитывать. Что он преподносит? С кем он разговаривает? Как он это преподносит? То есть подошел, скажи «Ля иляха илля Аллах». Нет, ладно, «Ля иляха илля Аллах», надо к смыслу призывать «Ля иляха илля Аллах». Но не обязательно вот так прямо подойти и прямо сказать, и все. Он же не понял, что ты от меня хочешь, человек скажет. Поэтому нужно средство, как ты будешь преподносить, и это мы сегодня тоже будем проходить. То есть, как это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сам делал. И давайте посмотрим один из хадисов,
где посланник Аллаха сам прям показал в практике, как это делается. Когда были ниспосланы первые аяты «Ва анзир аширатака аль-акрабин» и «Остерегай своих близких родственников, увещевай», посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, после того, как были ниспосланы эти аяты, он говорит Али. В одних преданиях пришло то, что на Али сказал. Приготовь еду. То есть Али говорит, иди купи мясо, сделай еду, мы сейчас соберем людей. После того, как приготовили эту еду, собрали людей, людей кого? Близких, родственников. Они начали есть мясо. Едят мясо, пьют воду, и после того, как они закончили есть, еда осталась так же, как она и была. Это чудо. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как их накормил, хотел только начать речь, Абу Лахаб его останавливает. И говорит, смысл сказал, с тем, чем ты пришел, это самое наихудшее. То есть молчи. Абу Лахаб его тормозит, остановись. Абу Лахаб понял, что сейчас будет. И посланник Аллаха не сказал ему, сам молчи. Он же знает, что на истине, мы же знаем эту истину. Здесь сомнений нету, человек 100% может отстаивать. Посланник Аллаха замолчал. Берет после этого, собирает второй раз. После этого еще раз собирает. То есть не ограничился один раз. Один раз не получилось, промахнулся. Второй раз. И после того, как второй раз он собрал, как они уже поели, он встал и сказал. Большие слова сказал, сделал вступление, которое вступление себе несет шахаду. То, что Всевышний Аллах единственный достоин поклонения, и нету ему никто подобен. И после этого он говорит, поистине я посланник от Всевышнего Аллаха к вам лично и ко всем людям. И потом говорит, вы умрете, точно так же, как и спите, засыпаете. И вас Аллах Всевышний воскрешит, точно так же, как вы просыпаетесь ото сна. Либо вечный рай, либо вечный огонь. И потом Абу Талиб услышал этот разговор, Маленькие слова, Абу Талиб встает и смысл говорит, делай то, что тебе было приказано. Ведь Абу Талиб понимает, в чем речь. Он говорит то, что тебе было приказано. Приказано кем? Всевышним. Он знает, что от Всевышнего. Ну, не принимает. Два дяди. Один дядя, Абу Лахаб, воюет с посланником. Один дядя, Абу Талиб, который поддерживает посланника. Саллиллаху алейхи ва саллям. И как улема сказали, почему Всевышний, это мудрость Всевышнего Аллаха, то, что на самом деле Абу Талиб, если бы он принял ислам, то бы так не получилось бы его держать. Было бы ему двойне сложнее. Это действительно большая мудрость. Также люди бы сказали бы, ты хочешь место посланника? То есть, если посланник умрет, ты после него скажешь, я это тоже, мне пророчество перешло. И мы видим, если Абу Талиб поддержал посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Как приводится от Лота, то, что он сказал, قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Если бы у меня была сила против вас, то есть кафиров, да? آوي إلى ركن شديد имеется в виду как бы прийти к Всевышнему Аллаху. И как пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, то что на самом деле у Лута не было никто, чтобы ему поддержал его. Не было помощников. Но после него Всевышний Аллах, когда посылал пророков, кто поддерживал его своим народом. То есть народ поддерживал посланников, его близкие родственники. Поэтому здесь очень большая роль играет поддержки. И мы сейчас поговорим о этой поддержке кафирам-мусульманину. И смотрим, обратим внимание, братья, вот в этом первом давате то, что сделал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, а это собрал своих близких. Произошло первое собрание, в первом собрании он что сделал? Он хотел слово сказать, ему не дали. И он промолчал. В втором собрании он сказал свой смысл. Это указывает на то, что не каждый, вот, если ты хочешь какой-то дава сделать, то ты по-любому должен говорить. Найди подходящее время. То есть ты живешь со своими близкими родственниками, найди вот этот подход и сделай его. Также здесь обрати внимание, братья. Он что сделал? Он угостил их. Он накрыл им стол. Заходите.
и сразу не начал разговаривать. Дал им время покушать, поели, насытились. А теперь слово. То есть он подготовил все. Когда человек приглашает кого-то, тот, когда приходит, он бывает доволен то, что его пригласили. И теперь поел человек, а теперь послушай меня. То есть мы видим то, что посланник Аллаха Сулесам подготовился тщательно перед тем, как он что-то хочет сказать. И значит, он жертвовал собой. То есть он в свое имущество, он покупал что-то, чтобы накрыть. Поэтому ислам требует, чтобы ты влаживался, постоянно влаживался. И здесь посланник Аллаха Сулесам так и сделал. И отсюда получается то, что важно находить этот подход и грамотно подходить. Братья, когда мы говорим вопрос вот этого дава, а это именно языком, валлахи, ничего не требуется. Если ты будешь языком делать дават, тебе никто ничего не скажет. А если тебе что-то скажут, значит, ты как-то не так делаешь дават. Мы всегда должны смотреть, как мы несем этот дават. Как, насколько мы правильно подходим в нашем давате. В действительности, я вот правильно сейчас подошел или неправильно. И доводом этому является. Вот мы все знаем наших родственников, знаем близких. Человек может целый день или каждый день делал дават. Каждый день что-то говорил. Но его никто не слушал. И один день человек проходит и говорит то, что ты говорил всегда. И в протяжении года или двух лет. А другой человек подошел, сказал в один час то, что ты говорил несколько лет. А он сказал в один час. Его больше послушали или, по крайней мере, поняли, чем тебя. Мы это видели? Ощущали на себе? Наверное, кто-то ощущал. Это указывает, что вроде бы то же самое слово, но это было, выглядело по-другому. Может, этот человек какой-то подход смог сделать. Может, этот человек вовремя сказал. Отец пришел с работы злой, ты вот видишь, он злой, уставший, грязный. Отец, намаз делай. Почему намаз не делаешь? Подожди, пускай искупается. Пускай поест. Пускай приляжет. А теперь ты если видишь, он добрый. То есть у него проблемы в день не было. Он никому ничего деньги не должен. Все нормально. Отец, и подходи. Нет, у нас на таран идут. Мы видим вот этот сира, как посланник Аллаха сам сделал. Подготовил все. Точно так же мы должны подготовить. И не смысл, что ты взял вот в этот случай, когда отец уставший, ты это призвал. Не смысл-то в этом, братья. Смысл, когда ты уже один раз вот так промахнулся, то второй раз нету гарантии, что он уже будет тебя слушать вообще изначально. Поэтому, когда ты уже делаешь шаг, сделай его так, что тебя либо принимает, либо хотя бы ты действительно здраво сделал этот шаг. Человек хотя бы задумался бы. Но не так, ни туда человек тебя не понял, что ты от него хочешь. Или он вообще тебя не слышал даже. Вот это и есть смысл подгонять ключи. Ключ к этому замку. Поэтому вот эта дава, которая требует, она очень нужна. Грамотный подход в нем требуется. И поэтому дава, то есть распространение ислам на двумя путями бывает. Либо военная дорога, либо словом. То есть призыв к иману словом, либо военная. Когда идет призыв к исламу словом, 90% это только польза, то есть вреда практически не несет себе. А когда бывает военное, там все может быть. 50-50, не говоря уже о последствиях. Потом дава словом не требует от тебя много денег, не требует от тебя много усердий таких сложных, как требуется на войне. Поэтому есть легкий путь. Мы либо его забываем, либо мы его не знаем. Поэтому человек в машине, человек на остановке, человек в заведении каком-то, в каком бы месте ни было, у него есть язык находить случай подходящий, чтобы начинать разговаривать с человеком. Поэтому здесь мы должны пользоваться этим случаем. Например, человек ездит на машине. Улай, братья, когда вы едете на машине по трассе, это просто насеха моя. У вас машина, особенно у тех, которые хорошие машины. И человек стоит, он хочет домой попасть. Кто-то в этом положении бывал, и очень приятно бывает, когда тебя останавливают. Ну, очень сильно приятно бывает. И кто в этом положении находился, он это понимает. Особенно тяжелые моменты, когда жара, под солнцем стоишь. И когда тебя человек останавливает, знайте, что он как бы чувствует, что он перед тобой должен. Ты ему остановил, садись, я довезу. Он сразу же чувствует, что он должен перед тобой. И после всего вот этот
ты можешь вести его полчаса, час в распоряжении. Полностью ты можешь его брать. Потому что он должен перед тобой. Ну, как бы, скажем, не должен, но ты это без меня делаешь, имеется в виду, организм это внутри заложено. Если мне помогли, я тоже помогу. И когда ты вот призываешь, знай, что то, что ты уже остановил, ты уже показал ему пример, что ты из лучших, что ты хороший, он тебя, он себя тебя помнить будет. А теперь ты еще пользуешься и говоришь об исламе. Я помню, просто один раз у меня такой случай был, со мной сели 3 человека, и женщины, и мужчины. Валлай, я просто вот на их лица посмотрел. Я когда сказал, мне деньги не нужны, говорю, это бисмилля ради Аллаха, говорю. А еще с бородой как-то был, да, вот. Валлай, у этих людей на лицах такое счастье было. Они такие довольные были. Был действительно, я считаю, не просто сейчас себя ставлю, а просто реальный пример, который я на себя ощутил. Вот вы посмотрите на их лица. Если даже он с тобой не согласен, то есть он внутри, может, не согласен, но как минимум он задуманный будет или как-то... то есть скромность проявит и так далее. А так, и большая вероятность, что он с тобой согласится. Я имею в виду, нужны все средства брать максимально, чтобы мы работали на этом давате. Мы всегда говорим дава и не делаем дава. Либо мы не можем делать. Но давайте решать, как его делать. Большинство братьев, которые звонят, всегда эти вопросы бывают. Как лучше здесь дава сделать? Как с человеком лучше поговорить? Редко такой человек бывает, который вот именно такие вопросы на этот акцент делает. Проблем-то у нас много, как мы ведем свой дават. Но вопросов не бывает, как его делать. Поэтому мы должны больше думать, как бы этот дават правильно сделать. На сегодняшний день, братья, каждая наша работа, вот каждый человек думает, что бы сделать исламу. Вот каждый, вот кто-то работает, все большинство работают. Ну и вот и работа, ну и что дальше, вот каждый день работа, работа. Ну это у всех братьев такие вопросы постоянно задают. Ну что мне делать, вот устал я, вот одно и то же как-то, вот не знаю, что делать, не понимаю, куда я иду вообще, конечный итог. Ну понятно, да, ибада, ибада, ну какой-то в жизни в этом, какой-то камень положить в исламе, что-то от себя положить, вот вообще определиться как-то, да, это всегда братья задают вопрос. И эта картинка, она бывает такая, то что человеку на самом деле трудится и как будто впустую. И оно бывает похоже как на поле, большое поле. Это поле, там нужно посадить деревья, чтобы потом эти деревья дали действительно хорошие плоды. А это поле нужно действительно то подгонять трактора там, и тогда работу большую вести. И у нас такое ощущение, как будто в этом поле один живет в одной местности, пошел в другой местности, копает, потом, о, забыл, у меня же там тоже надо покопать. Пошел там покопал, другой там покопал. То есть неопределенность, каждый что делает там, 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 не получается, посадил дерево, пошел другому дереву сажать, пока он к своему дереву возвращается, его дерево уже умирает. То есть какой-то давай неорганизованный, это факт. То есть нет такого, так поле, ага, вот я возьму эту часть земли, огорожу, никто не подходить, конкретно что-нибудь сделаю, вот в действительности, сравняю землю, посажу хорошие помидоры, каждый день буду поливать, каждый день буду контролировать, и плоды даст. А у нас нет такого. За одну взялись, выбросили, вторую взялись, выбросили, третью взялись, выбросили. Такое ощущение бывает, когда человек потратил деньги, дал на пути Аллаха. Или какую-то работу сделал на пути Аллаха, как будто бы он подошел к окну, ведро воды вылил, и нет этого ведро воды. Где это ведро? Нету ведро воды, все. А кафиры дома строят, развиваются и уходят вперед. Поэтому здесь нужно, очень важно. Здесь послание Аллаха показывает тахтит, то есть он нам показывает, как строить вот эту вещь. Как идти? Смотри, 3 года сириян, 3 года скрытый дават. Потом джагриян, уже открытый дават. То есть он ставит какой-то путь определенный, конкретный, на какой-то период. Общая цель, чтобы таухид было на земле. Это понятно. Теперь до таухида дойти, там этапы много. И чтобы мы поставили первый этап, или какой бы этап ни поставили, братья, должны знать всегда, мы не сможем поставить этап, пока не сможем понять, в каком положении мы находимся. То есть ты никогда не сможешь поставить, только зарисовать схему, как мы сейчас будем работать, пока ты не действительно хаккан, истинно вот справедливо не подойдешь и не взвесишь то состояние, в котором мы сейчас находимся. Это не касается всего мира, не твое дело всего мира. Твое дело максимум твой город, твое село или твой маленький джамаат. В каком этапе находится этот народ? Если мы сможем определять или сможем в действительности обозначить, вот увидеть этот этап, то есть как его увидеть, мы должны действительно в реальности знать, что происходит.
То есть то положение, который, на котором джамаа сейчас стоит, мы должны в реальности знать. То есть что было до этого исторически, то есть, или какой-то долгий период, какой-то даават шоу, или этого не было, или какие-то какие препятствия стоят в этой местности. Например, если ты заедешь в город Дербент, то увидишь проблемы. Чтобы этап действительно определить, ты должен посмотреть. Ты увидишь там суфисты. Так-так. Теперь заходишь в Махачкалу, там тоже суфисты. Но ты опять возвращаешься в Дербент, там шииты, которых нету в Махачкале. Потом ты опять возвращаешься в Дербент, ты там увидишь евреи, которых нету в Махачкале. То есть ты должен понимать, когда ты эту вещь будешь строить, то есть этап определять, ты должен будешь понимать, что эти потом препятствия будут у тебя на дороге. Чем больше препятствий, тем сложнее будет дорога. Ты каждая местность должен взвешивать, что происходит в этой местности. А иначе мы не сможем правильную дорогу поставить в Далате. Если посмотреть внимательно, в этот период посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, возвращаясь в Сирию, мы увидим то, что в этой мархали, в этом этапе сахабы, никто, то есть те, которые приняли ислам, ридда ни от кого не было. Все оставались на исламе. То есть они усиливались. Никто не уходил от ислама. Также мы увидим, что кафиры ничего не говорят им. То есть даже если видят, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, делает намаз открыто, увидели его или кого-то, они ничего не говорили. И смотрите, какая вещь здесь происходит, тонкость. Они молчат, пока ты молчишь. Но как только посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, заговорил громко, они сразу начали враждовать. Поэтому кафиры никогда не успокоятся, пока ты говоришь. Но если ты молчишь, они могут тебя тоже оставить. Или потом, в конечном итоге, даже может и заставят не просто молчать, а пока ты им их не примешь религию. Как пришло в одном из аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Вадду ляу такфуру на кама кафару, фатакуну на сала». То есть они желают, чтобы вы стали кафирами точно так же, как и они кафиры. И вы будете одинаковы. Это их цель. Просто, конечно, чтобы точно так же, чтобы они эту цель достигли, у них тоже будут этапы. Ислам идет, они точно так же и идут. Они смотрят, на каком уровне находится в той или иной местности ислам. И действуют, соответственно, тому положению ислама. Точно так же, как мы ищем, как бы выйти из положения, которое перед нами становится, ставят эти барьеры, точно так же они потом готовят и нам следующие барьеры. И поэтому они не успокоятся, пока мы не станем кафирами. И будем одинаковы. И здесь также из того, то, что первый период, большинство, то есть в этот период, вот эти три года, которые посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, призывал, этот период большинство был мужской пол. И были молодежь. Обрати внимание, акцент идет на молодежь. То есть большинство было молодые. И количество их, как некоторые уалима говорят, приблизительно 60 человек. Обрати внимание, еще количество. Приблизительно 60 человек за 3 года. То есть смогли достичь, что люди приняли 60 человек за 3 года. И жены тоже их были в исламе. Здесь тоже важно, то, что те, которые приняли сахабу ислам, их жены тоже, большая часть жен тоже принимала ислам в этих случаях. Что касается молитвы, в этот период на самом деле была молитва. То есть уже в первый же период была молитва. Как пришло в одном из хадисей, Джибриль пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и в долине, одной из долин, в Мекке, он к нему пришел, показал, как делается омовение посланнику Аллаха. И показал, как делается намаз. И посланник Аллаха перед ним сделал омовение и намаз. И потом пришел и научил Хадиджу омовению и молитве. И как ученые сказали, то, что первое время молитва была в 2 раката. И было 2 раза в день. Как в одном из хадисов приводится то, что Афаев, он говорит: я был, говорит, человек, который занимался торговлей. И приехал один раз в дни хаджа, приехал делать этот обряд, и пришел к Аббасу. К Аббасу пришел, чтобы купить у него что-то.
И когда я с ним как бы разговаривал с Аббасом, человек вышел, говорит. Какой-то человек вышел и стал делать намаз около Каабы. Потом вышла женщина и тоже стала делать намаз. И потом вышел юноша, тоже вышел делать намаз. Человек говорит Аббасу, что за эта религия? То есть для них это гариб, удивительно было. Человек делает земной поклон. Ну, как мы знаем, у них в те времена много религий было. Он подумал, быть может, какая-то новая религия появилась. Что это такое? Спрашивает человек. Он говорит, это, то есть Аббас отвечает, это Мухаммад и его супруга, и Али. Али тоже в этот момент он был юноша, который посланник Аллаха сам за ним смотрел. Они этот, он утверждает, что он посланник Аллаха. То есть Мухаммад утверждает, что он посланник Аллаха. И он завоюет эти земли и так далее. То есть он описал, кто он такой. Аббас, то есть передает этому человеку. Этот человек говорит, я желал бы, чтобы я был четвертый среди них. То есть после этого, как бы он говорит, я бы хотел, чтобы я еще тогда был в исламе четвертый среди них. То есть их было трое, и он желал, чтобы был четвертым. Поэтому мы видим, то, что первое время они делали намаз. И иной раз было это явно, то есть очевидно, это перед всеми они это делали. Здесь мы как бы на этом завершаем этап дава джагрия, дава сирия, то есть призыв, скрытый призыв. Иншалла, переходим на дава джагрия. То есть, обрати внимание, 3 года вот этих приблизительно, как мы сказали, в 3 года, как этап происходил, как они вели этот дават, где они собирались, они действительно шли, но было очень медленно. И что такое скрытый дават, мы пояснили. Теперь переходим на дава джагрия. То, что этот этап, он выделяется тем, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как пришло от Ибн Аббаса, то, что он сказал, когда были ниспосланы аяты в Анвир, Аширота каль Акрабин, когда эти аяты были ниспосланы, то есть увещевая своих близких, то посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, после этого забрался на гору Софа и людей начал подзывать. То есть так, как обычно подзывают из-за того, что как из-за каких-то серьезных случаев. Я сабаха. То есть это слово говорят тогда, когда что-то серьезное происходит, опасное. И люди начали прибегать. И те, которые не могли прийти на призыв посланника, они отправляли кого-то, чтобы тот пошел и передал потом, что там, что за новость. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда уже подозвал, он сделал вступление, сказал, то есть, если я вам сообщил бы, что здесь под горой находится войско, и оно может вот-вот напасть, вы бы поверили бы мне? Они говорят, мы никогда тебя обмана не видели. То есть, они хотят сказать, да, мы, конечно, поверим, если это слово скажешь. То есть, смотрите, какое вступление он сделал. Он вначале сказал, он сразу не начал говорить, однако он вначале хотел им показать, что, то есть, в дальнейшем, если они его не примут слово, то вы будете сами себе противоречить. И раз вы сейчас согласны, что я говорю правду, то я вам говорю, что я от послания, от Всевышнего Аллаха. То есть и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит, я увещеватель к вам пришел от Всевышнего. И здесь я, конечно же, Абу Ляхаб свое слово неприятное, то, которое сказал, смысл где-то приблизительно то, что как бы смерть тебе будет. То есть из-за этого ты нас собрал. То есть насколько Абу Ляхаб на самом деле он воевал и не хотел это слышать. На самом деле Всевышний Аллах, как в Коране сказал, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Кого бы мы ни посылали из пророков до тебя, то мы им говорили или не послали откровение, чтобы они поклонялись только мне. То есть Всевышний Аллах приказывал, чтобы поклонялись Ему. И в действительности тавхид, то есть тому, который основе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призывал, это асл, это самая главная основа, на которой строится вся религия. Первое, с чего должны мусульмане призывать, это тавхиду. Вопрос сегодня стал интересный очень. То, что сегодня либо одна крайность, что тавхид, больше ничто другого нету. То есть другая часть ислама отсутствует.
имеется в виду фикх или нравы, хорошие правильные нравы, или другая сторона, только вот эти нравы, но забывают тавхид. То есть человек сегодня призывает тавхиду, но на него, когда смотришь, ты не можешь на него смотреть. Жесткий, грубый, неправильно ведет себя. То есть сильная грубость к людям. Поэтому не должна быть крайность, только вот этот тавхид. Тавхид нас заставляет правильно вести. Если ты тавхид знаешь, как ты можешь быть в других вопросах неправильным? Ведь тавхид — это ключ к веткам, которые потом идут. У тебя есть тавхид, а нравы с тобой разговаривать даже невозможно. Садишься, только ругаешься. Как один человек постоянно тавхид призывал на самом деле все время. Постоянно споры со всеми. Постоянно со всеми ругается. Постоянно всех определяет. Постоянно кто-то вокруг него, все кто-то. Всех отталкивает. Слушать невозможно. Поэтому, когда ты призываешь тавхиду, ты должен быть в первую очередь примером для других. И не забывай хорошие нравы. Посланник Аллаха, он был из них. И мы также, я подчеркну, пусть человек, когда говорит только тавхид, согласно, это основа. Но посмотрите, когда посланник Аллаха призывал тавхиду, всегда, или в больших случаях в хадисах, мы видим, он подставляет слово «хорошее отношение к родственникам». Это есть нравы. Всегда говорит тавхид и хорошее отношение к родственникам. Тавхид и хорошее отношение к родственникам. Поэтому сегодня крайность вообще в одну сторону. Потом он за тавхид говорит, потом, когда ты выходишь, постоянно видишь только осуждение людей. Всегда в какие-то личности влазить. Грубо опровергать. Но это не из хороших нрав. Можно опровергнуть. Но не тем путем, который сегодня распространяют люди. То есть нету адаба. Отсутствует этот адаб. Ладно, ты еще ученый был бы, опровергал бы, еще этого адаба нету, еще потерпели бы. Ты еще и не ученый. И без адаба себя ведешь. И человек говорит, вот же ученый сказал. Не, ученый сказал, в своей книге написал, но он так не доносил, по крайней мере. Вот так, как сегодня доносят, ученые же так не донесли. Ученые написали, ученые сказали. Но ты так же говоришь. Посмотри, как ты говоришь. Поэтому вот этот адаб должен присутствовать, когда ты говоришь вот за этот тавхид. Это очень важно, то, что две крайности сегодня бывает. На этом мы, иншаллах, остановимся. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين